Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите самарские новости спорта. Самарская гимнастка, чемпионка Европы и гандбольная Лада, второй год подряд выигрывает серебро чемпионата страны. Вратарь крыльев Советов поставил абсолютный рекорд за всю историю клуба. Крылья Советов одержали 18-ю победу в первенстве футбольной национальной лиги. Накануне самарской команде сдался красноярский Енисей со счетом 1-0. А беспроигрышная серия крыльев теперь составляет 10 матчей. Вратарь Евгений Конюхов продлил свою сухую игру до 789 минут. Это абсолютный рекорд крыльев Советов за всю историю клуба. Тольяттинская «Лада» проиграла Ростову-на-Дону 26-31 в ответном матче финала плей-офф чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. Хотя шансы на победу волжан были в первом тайме, они даже играли на равных 10-10 счет на экваторе. Но потом ростовчанки прибавили в скорости и меткости и потихоньку ушли в отрыв. К перерыву счет был уже 18-14 в их пользу. Вторая половина встречи прошла полностью по сценарию будущих чемпионов. Свисток рефери зафиксировал победу Ростова, и «Лада» второй сезон подряд стала обладателем серебряных наград. В Минске финишировал чемпионат континента по художественной гимнастике. В упорной борьбе российская сборная выиграла золотые медали в групповых упражнениях. На втором месте Беларусь, на третьем Израиль. Свой вклад в победу внесла и самарская спортсменка Ксения Полякова. Гимнастка тренируется в 5-й школе Олимпийского резерва. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.